важную часть фестивальной программы Dance Open занимает не только балет, но и другие виды сценического танца. В 2023 году гостем фестиваля уже во второй раз стала аргентинская труппа «Malevo». Их спектакль, показанный на Dance Open, назывался «Malambo», как и номер в заключительном галоконцерте сезона, который мы сейчас увидим. В Южной Америке так называется традиционный танец, соревнование гаучо, то есть пастухов, под барабанный бой. Хореограф и режиссер Матиас Хайме придумал, как сочетать «Malambo» с фламенко, хип-хопом и современными театральными технологиями. Когда-то выступление «Malevo» стало сенсацией на телевизионном шоу «Америка ищет таланты». Скоро и во всем мире узнали труппу, название которой означает «плохие парни». Ни слова больше.